Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем рубрику «Бесплатные игры», и у нас на очереди игра The Dissinger's Curse, как-то так, часть первая, окей, глава первая, вот. Игра полностью на английском, так что я ни хрена понимать не буду, вот, так посмотрим ее, взглянем, вот. Ну, погнали. Это вроде как survival horror. Посмотрим. Если что, игра в Стиме бесплатная, так что. Так. Очухались где-то, короче, непонятно где. Игра сделана на движке Unity. Так, все, ну понятно, управление. О, здесь хоть оптимизация нормуль. Да, такая. Окей, управление а-ля амнезия. Открываем всякий толчок, что мы можем. А, можем поднять стульчак. А, смыть за собой не можем. Так, ладно. Всякие книжки. Короче, как вот Пенумбра, да, помните такие игры, да? Амнезия. Все, открываем. Тут ящики можно посмотреть. Надеюсь, здесь таких головоломок не будет, чтобы на английском там читать, что-то смотреть. Ящики можно поднимать, кидать. Все нормуль. Все неплохо. Ладно. Идем дальше. Идем дальше. Так, а вот в принципе первая головоломка. Окей. Первая головоломка. Ну, дверь почти дверь открывается, почти. Так, ладно. Типа дверь закрыта, да? Ну, короче, понятно. Дверь закрыта, нам не пройти. Отсюда мы вышли. Ладно, идем сюда. Тут еще у нас ходов целая куча. Так, дверьки открываем. С одной стороны, прикольно, вот эти вот, ну, открывание вот этих дверей, там всякая херня, вот это. Так, что здесь написано? По-английски я читать не умею, конечно. Ничего я здесь не понимаю. Так, смотрим цифры какие-нибудь, не знаю. Для пароля нет. Ни цифр никаких я там не увидел. Ладно. Так, библиотека. Сохраняться как мы сохраняемся? Нет, F5 тоже не работает, да? Сохраночка, значит, проходит автоматически. Так, библиотека, здесь по-любому, наверное, какая-нибудь книжка будет лежать, которую можно достать, она для чего-то нужна будет. Или хрен. В принципе. Одни и те же книги, кругом рояль. Какой чувырл это такой. Нормульный. Отлично. Отлично. Какой-то. Знаете, он на кого-то похож. На кого. Вот, кого-то он мне напоминает. Так, о! А вот и пароль. Пароль 3142. Нихера себе пароль. Надо записать. Потому что я это не запомню. Какой-то длинный пароль. Так, 4. А, где какого 4? 3. 1, 4, 2, 1, 6, 8, 9, 3. Окей. Вроде правильно записал. Я могу и ошибиться. О, аптека. Аптечку взяли. Аптечку тап. О, у нас есть инвентарь. Аптечку можно, кстати, у нас здесь. Ничего не написано. Так, тап. Окей. Здесь тоже. Да ладно! Мы можем писать, пока-пока. Понятно. Мы можем здесь записки сами писать. Вручную! Прикиньте, вручную. Камера. Нормально. Я думал, мы в каких-то таких старых в замке каком-то старом, или, ну, старые времена какие-то. И у нас здесь камера. Неплохо. Ладно. Так, бегаем. Можем бегать. Дверь закрой. Так, давайте сходим сюда.
Попробуем набрать, что там у нас. 3-1. 42. 16. 16. 89. И 3. Чпуньк. И дверь открылась. А, мы можем выглядывать, смотрите. Заглядывать. Вот такая вот комнатка, камин неплохой, так, ключик, отлично, нашли ключик, заберу это я себе, это мне пригодится. Я, в принципе, ну, чувак нарисован. Бабульки зимой, крещение что ли какое-то, или что это, здесь крест, ладно, окей, так, давайте в шкафу посмотрим. В шкафу ничего нет. Ладно. Мы взяли только ключ. А, погоди. Ключ может от этой двери? Нет? Погоди. Мы можем как-то выбрать его? Нет? Ничего, не получается. Ладно, значит, автоматически, наверное, выбирается ключ и вся эта лабуда, которая у нас... Ну да. У нас в инвентаре находится. Так, хотя бы, не знаю, фонарик какой-нибудь. Тут что-то темно. Воу! Тихо. Все, нам дверь не открыть. Ха-ха. Прикольно. Заперли дверь. Ну, это по стандарту, короче. Только, правда, ее так громко закрыли, короче. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Так, окей. Окей. Здесь тоже ни черта нет. Ладно, давайте. Так, это что? Еще одна аптечка. Контроль рум. Ящик, смотрите, железный. Можем сюда спрятаться, что ли? Ха, прикол. Ну даже вот этот. Откройся! Заперли в ящике. Окей, ладно. Эта дверь закрыта. Причем она без ручки, без вообще без ничего. Тихо. О, погоди. Там кто-то ломится в дверь. А, погоди. Мы отсюда пришли. Щит. Вы видали? Это что за крендель? О! Твою мать! Тут заперто. А куда? Твою мать! Что за крендель? Нихера себе, он через столы перепрыгивает. Закрыто! Закрыта дверь! О-хо-хо. Нихера себе! Так, погоди. Погоди. Я не понял, что делать. Скелетоны какие-то атакуют. Я даже не знаю. Погоди, тихо. Ну-ка. Я сейчас запрусь здесь. А, дверь. Дверь-то закройся. Нихера ненормально. Смойся в толчок. Так, может его коробкой можно огреть? Садиться. Интересно, он так нас увидит? Тварюга еще и хромает. Вон там еще одна дверь. Так, аптечку. За это я заберу. Контроль рум, она закрыта. Погоди.
А камера у нас выдаст? Нет? Тут еще одна дверь. Ну-ка. Чё-то ничего нет. Чё-то... Я не понимаю, что делать. Я заперт, короче... Воу-воу-воу-воу. С хромым монстром. Который причем ходит он хромает, а бегает он как... Так, ладно. Какое-то резкое начало. Здесь мы пробегали, нет? Здесь мы смотрели. Здесь, по-моему, закрыто, да? А, отсюда мы пришли. Понятно, отсюда мы пришли. А эта тварь... Какая траектория у этой твари? Так, тихо, погоди. Когда я стелсю, короче, когда я так отхожу, он меня, в принципе, не видит. Только я не понимаю, что именно делать надо. Так, понятно. Понятно. Ладно. Нам надо, короче, как-то открыть вот эту дверь. Как она открывается? Какой-то должен быть рычаг, полюбас. Где-то должен быть какой-то включатель. Здесь-то в ящике. В смысле? Погоди, да я залезу. Опа! Он меня засек, короче. Он меня увидел. Он вырвал дверь просто! Твою мать! Я не знаю теперь, куда мне теперь прятаться. Куда? Вот куда? Тут опять я прибежал. Я прибежал опять туда, где... Откуда мы пришли. Ладно. Пробуем еще раз. Ни черта не понимаю, что делать. Или... Игра недопиленная. Или... Я что-то пропускаю. Ящики. Какой-то рычаг, полюбасу должен быть рычаг. Видео, раз, дверь. Здесь никаких рычагов нет, да? Никаких. Может, в этой комнате? Погоди. Может, я здесь что-то не углядел? Как я в такую щель притиснулся? Тоже нет, здесь только ящики. Под кроватью ничего нет. Оп! Как он меня увидел? Бегом, 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 бегом. Я забываю, что он через столы перепрыгивает. В смысле? А как? Что мне делать? Непонятно. Нифига непонятно. Так, ну отсюда я пришел. Погоди. А в ту дверь мы заходили, откуда он выпрыгнул? Вылазит. Ну-ка. Я, может, так туплю, что... Мы вот здесь не были. Точнее. А вот рубильник. Вот рубильник. Дверь закрыта. Эти. Рубильник. Так. Теперь по любасу та комната контроль рум, она открыта, наверное. Во-во-во, видал, да. Так, забери аптечку. Аптечку с собой возьми.
Ой! Она полностью открылась. Закройся. Закрыли дверь. Отлично. Закрыли дверь. Это что? Кусок... Кусок жопы. Кусок чьей-то жопы. Руки, ноги. Погоди, а здесь что? Все, что я понял, это идиот. Какой-то Альберт идиот. Или Альберт про какого-то идиота написал. Так. Закрыто. Нет, не работает. Это просто отпечаток. Ладно. Что у нас здесь? Здесь тоже ни черта. А что делать? Что теперь делать? Погоди. Может мне раскромсать? Там какая-то подсказка по-любому написана в этом. Он ее ничего не кидает, да, ничего не берет. Опа! А вот и ключ. Вот и ключ. Погоди. Что здесь? Да убери ты ножик. Еще один рычаг. Ха! И звук пропал. Значит, тварь ушла, что ли? Походу... Ух ты ж, нифига себе открылась такая потайная дверца. Ну-ка. What's hall? Ничего, нормально. Нормально. Ну, этот хромой скелетон, блин, напрягает вообще. Потому что он вроде как хромой, а вроде как и бегает очень быстро. Ох ты, какое здание здоровое. Смотрите, два этажа. Ну, это пока как минимум два этажа у него. Два этажа, но это не точно. Так, ладно, радужные зеркала. Так, какая-то у нас тут статуя льва. Статуя льва. Какой-то психодел нарисован. Статуя льва, ну, наверное, ничего не делается с этой статуей. Погоди. Так я еще полностью холл не осмотрел. Куда? О, как темно. Нет, погоди, я пойду в холл. Я схожу в холл. И еще посмотрю. Слушайте, да, для бесплатной игры довольно неплохо, довольно неплохо. Чем-то прям навеивает, так и амнезией, да, вот. Так, отсюда мы пришли. Давайте наверх сходим. Тут закрыто, требуется ключ какой-то, да? Еще какая-то... А, опять картина такая, про крещение. И все. И все. Только одна дверь, которая закрыта. Ну и здесь заколочено. Ну то, что заколочено, мы не можем ничего сделать с этим заколоченным. И статуя льва. Статуя льва. Давайте посмотрим, что у нас в темноте. Какой-нибудь бы фонарик, я не знаю. Какой-нибудь хотя бы факел. Так. Здесь пусто. Точно пусто? То я уже начинаю сомневаться. Всяких проходов, наверное, всяких тайных. Целую куча. Одна дверь всего.
Ладно, допустим, одна дверь. Одна дверь и сундук. В сундуке по-любому ключ. А, точка. Точно. Снова много всего написано непонятного. Ставим на паузу, если кто умеет читать по-английски, ставим на паузу и смотрим, читаем. Ну вот, если хотите понять. Я так ни черта не понимаю, кто это. Я думаю, вот этот монстр это... Погоди. Что за топот? Это мой топот был? Или топот... монстра? Я думаю, монстр это типа... Возможно, может, какой-то... Это типа призрак хозяина дома. Может, это просто... оживший мертвец этого хозяина дома. Ну, хотя не знаю. Так. Неудобно как-то проход сделан. Так, отлично, дверь открыли. Посмотрим дальше. Сохранка прошла. Неплохо. Так, книги, вешалки. Это нам не надо. Так, булдыжник какой-то. Картины такие вообще просто. Они с одной стороны вроде такие, да, какие-то пугающие такие, а с другой стороны такие забавные просто. Ничего с ним не делается. Бабулька, короче, какая-то нарисована. Так, это ничего не делается. Там все завалено. Ладно. Допустим. Ой, тут темно. Там какая-то херня, он лежит. Рация, что ли, что это? Непонятно. Давайте посмотрим, что это такое. А, это фонарик. О, да. Ое. Детский рисунок какой-то, да? Какие-то. Что-то, короче, в этом доме произошло. Так, что там? А1. А1. Давай запишем просто на всякий случай. А снизу 1. Единица. Окей. Может пригодится. Там, кстати, погоди. Дверь открыта. Погоди. Здесь где-то еще дверь была открыта. Ой, какую-то дверь. Открытая дверь причем. С0. Или СО. С0, наверное. С0. Ничего не делать. Так, здесь у нас... колбочка из-под сахара, наверное. Тут на рояле там просто долбит. Симфонию там херачит. О, погоди. Ящик. Ух ты! Какие-то зеленые банки. Я не знаю, что это, конечно. Латерн ойл. Масло какое-то. Пресс-е. А, масло для, наверное, для фонаря. Понятно. Воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо! Стой! Фонарь у меня сдох. Фонарь сдох. Ой, это чё? Плачущая статуя. Плачущая черная статуя. Б9 или БКУ. Звуки эти. Б9, да, или ББКУ, я не знаю, 9, наверное, скорее всего. Не знаю, для чего это нужно. Я... Тут картина. Вот эта херня сейчас только что прошла, походу, да? Блин, атмосферка-то навеет нормально. Так, погоди. Тихо.
Какие-то черточки. Черточки, 4 черточки. Ладно. Допустим. Все записываем, короче. Ну, эту дверь не открыть нам, потому что надо пароли. Понимаю. Че все трещит? Весь дом трещит по швам. Так, погоди. А куда эта тварь ушла? Она ушла туда в дверь? Или она просто исчезла, испарилась? D2. D2. Ладно. Отлично. Чё? The door is... Так, погоди. А! Это пароль, наверное. Это всё-таки пароль. Погоди. Это, наверное, пароль. 1. А, 1. Б, 9. С, 0. И... Д2. Да, открылось. Так, у нас... Масло. В принципе, пока не сложно. Ну, не считая вот этих появлений монстров там всяких. Так, здесь можно свет вырубить, здесь вроде как светло. Картина одна и та же висит. Всё. Так, что у нас здесь... Ну, ставим на паузу и читаем. Нет, читать не буду, смотреть. Останавливаться на этом, потому что я ни хера не понимаю. Ага. Это сдвинуть можно? Смотрите, дверь, да? Дверь. Нет, сдвинуть нельзя. Дверь забаррикадирована комодом. Кровать. Может потрогать кровать? Так, здесь тоже все завалено. Какой-то операционный стол, что ли, или что это? Ха-ха. Нормуль. Выглядывает. Выглядывает. Так, дверь закрыта. Ладно. Можно сдвинуть кровать, короче. Смотрите. И спуститься в подвал. Testing area below. Какая-то зона тестирования какая-то, что ли. А как мне слезть? Он не упал. Блин, я... О, все, отлично. Не люблю я вот так спускаться, короче, по лестнице. Блин, так медленно. Я вечно падаю, короче. Вот. Вечно падаю. Так, окей. Сохранка прошла. И, наверное, на этом закончим. Вот. Я думаю, продолжим эту игру. Вроде неплохо. Вроде нормально, да. Типа амнезии, что-то, да, посраться так нормально. Атмосферочка есть в игре. Вот. Ни хрена себе, он так спрыгнул, что ли. Вот. Ну и кому понравилось, ставим лайки, кому не понравилось, ставим дизлайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, вот, отписываемся в комментариях, вот, как вам игра и как вам видосы, вот. И я со всеми прощаюсь, до новых встреч, всем пока.